Знаете, очень приятно, что здесь так много людей, что будет слушать наши мысли, может умные, может не очень. Но я хочу поделиться сами своими мыслями. Но для начала ответим на несколько вопросов. Можете для себя, не вслух. В первую очередь, вы хотите жить в мире, в котором люди не будут страдать от болезней, в котором болезни не будут чем-то страшным, в котором одна таблетка и все, вы свободны от любого, вы даже не излечимы заболевания. Еще ответьте, пожалуйста. Вы хотите, чтобы у природы не осталось тайны от человека, чтобы мы знали абсолютно все, что можно знать, и даже больше. Ну и последний вопрос, такой немного каверзный. А что вы готовы сделать для этого? Ну, ладно, я чуть-чуть попробую предсказать. Первые два вопроса точно ответили «да», потому что ну кто этого не хочет? Ну вот на последний, наверное, затрудняйтесь ответить. Потому что кто-то скажет, ну вот, я закончу университет, стану доктором наук, там, буду работать в какой-нибудь сфере, может быть, когда-нибудь я что-нибудь сделаю полезное. Но знаете, это не факт, что удастся, и главное, на это уйдет очень много времени. Но я хочу предложить вам вещь, которая позволит вам уже сейчас приложить свои руки к развитию этого всего. Так вот, ну, небольшая история, предыстория. Еще в 2000-х годах ученые поняли, что экспериментировать в пробирках или делать практические эксперименты – это очень долго и не всегда эффективно. Они стали думать, а как же нам это ускорить? И тогда программисты всех спасли. Они сказали, хей, а у нас есть математическое моделирование, вы знаете, что это такое? Нет, ну мы вам объясним. Вы берете какой-нибудь процесс и моделируете его на компьютере. И вы можете ускорять его настолько быстро, насколько хотите. Настолько быстро, что миллионы лет прошли за пару дней, может, недель. Тогда ученые согласились, что это действительно хорошая идея. И стали переходить к математическому моделированию. Но возникла еще одна проблема. Вы знаете, что, чтобы что-нибудь моделировать, нужен очень мощный компьютер. Не знаю, даже видео, кто рендерил, в фотошопе фото. Ну, долго, много времени занимает, да? Ну и в итоге было решено, что даже все суперкомпьютеры мира, которые были созданы в 2000 году, они не смогут достаточно быстро проводить эти вычисления. И наука чуть остановилась. Но чуть-чуть позже, в 2004 году, IBM предложила просто сносящее крышу открытие. IBM Community Gate. Это такая сеть, в которой люди могут подключить свои компьютеры и поделиться своей вычислительной мощностью, то есть вычислениями на своем компьютере, со всем миром. И это оказалось действительно очень продуктивно. Потому что люди могут спокойно зайти на сайт IBM. Ладно, тут должны быть слайды, их нет. Все нормально. Они должны могут зайти на сайт, скачать приложение, запустить его на своем компьютере и просто ждать. Их компьютер будет моделировать любую ситуацию, которая нужна ученым. И данные об этой ситуации будут отсылаться тому, кто это заказал. То есть различным университетом. Так вот, ну чуть цифры, потому что я сейчас говорю про слова. Давайте подкрепим их цифрами. Начнем с того, что с 2004 года около 700 тысяч человек участвуют в этой программе. И 700 тысяч человек смогли сэкономить, ну как думаете, сколько часов вычислений сэкономили? Часов, минут, дней? Чуть-чуть больше. 1,5 миллиона. Часов вычислений. Понимаете, всего 700 тысяч человек. И если люди будут подключаться к этому, то наука может шагнуть, не знаю, не то что семимильными шагами, она может просто скакать вперед. Да. Так вот, я предлагаю вам, кто хочет, кому может нас поучаствовать. Потому что я сам подключил свой компьютер к ним. И сейчас он участвует в программе от университета имени Чарльза в Праге. Он рассчитывает модели поведения различных удаленных небесных тел, в основном астероидов. То есть он предсказывает, куда они полетят, с какой скоростью и когда они там окажутся. Вот, ну, это для тех, кто ленивый, кто не хочет делать самостоятельно, кому просто хочет запустить компьютер и смотреть, как он будет помогать. У меня есть еще одна идея такая, для тех, кто любит решать пазл. Вы любите загадки разгадывать, там, пазл собирать? Да. Ну вот, есть такая вещь, называется фолдит. Не знаю, есть биологи, может, я что-то где-нибудь ошибусь, пусть поправят. Есть фолдинг белка. Это важный момент, когда вы сворачиваете белок. И вот, его процесс сворачивание белка был смоделирован в программе FoldIt. Она была запущена в интернет, и за 2 месяца простые, ну может менеджеры, может просто хакеры, не знаю кто, ну те, кто хотел поучаствовать, они смогли продвинуть результаты ученых, сделать их в 2 раза лучше. То есть ученые несколько лет бились над оптимизацией процесса фолдинга белка, а простые люди за 2 месяца улучшили его в 2 раза.
Вы представляете, насколько это хорошо. То есть, если вы любите решать задачи, вы можете зайти на сайт fold.it и решать любые задачи, связанные с биологией, физикой или химией. Причем они не будут такими скучными что-то. Возьмем столько-то чего-то, смешаем с чем-то и получим что-то. Нет, это будут интерактивные задачи, где вы можете моделировать, решать, раскрашивать, все, что вы хотите. Я надеюсь, что эта речь хоть что-нибудь вас изменит, что вы захотите поучаствовать в развитии нашего мира и сделать хоть что-нибудь для него. Спасибо вам большое.